Посмотрите, друзья мои, представляем вашему вниманию набор кастрюль «Кулинарный дуэт». Это 4 предмета из нержавеющей стали. Редких, кстати, объемов. Олечка, я обязательно тебе расскажу. Сейчас только помешаю. Итак, друзья, 1890 рублей цена премьеры. И вот это чудо. Посмотрите, какие они аккуратненькие, какие они здоровские. А самое главное, мне нравится, что это самый необходимый комплект. Но самое главное. Так, Олег, у меня к тебе вопрос. Так, давай. Они какие-то пузатенькие. Они пузатенькие, ты правильно обратил. Давайте вернемся в историю. Давайте обратимся в историю. Вспомните, как у наших предков, а предки наши были не глупые, они всегда делали горшки, либо посуду глиняную, вот такой овальной форме, почему? Круглой. Давайте посмотрим. Вот она, классика. Вот она, у наших предков. А почему они именно такие были? А я тебе расскажу. Дело все в том, что при помощи этой посуды она равномерно разогревается. Кроме этого, ее легче мыть. Наши предки были не глупы. И поэтому, слушай, представляем вашему вниманию такую посуду. Я к своему стыду сразу вспомнила, какие у меня кастрюли. Так. Ты говоришь, равномерно разогреваются. Вы знаете, когда мне нужно, к примеру, вскипятить воду, чтобы в ней что-то сварить, это очень долго. Это реально долго. Вот я ставлю воду, так, я ставлю кастрюлю. И я не знаю, мне уже не хочется. Может быть, у вас так же, кстати? Олечка, ты совершенно верно сказала. Я буду готовить и рассказывать тебе. Ты знаешь, у многих такая... Давайте вспомним, какая у вас посуда. Она обыкновенной формы. Ты согласна? Вот обыкновенная, ну, да, цилиндрическая, просто прямая. Знаешь что? Дело все в том, что я тестировал, когда посуда, она хуже всего прогревается. Ее так неудобно мыть, а здесь тебе все полностью удобно. Цилиндрическая форма, а круглая. И кроме этого, она равномерно разогревается. То есть, если у вас, кстати, есть такая же проблема, как и у меня, и у вас тоже плохо очень разогреваются кастрюля, вы нашли действительно спасение настоящее. 1890 рублей. Две самые оптимальные кастрюли. Две крышки уже идут в комплекте. Они красивые. И главное, друзья, они быстро прогреваются. Наконец-таки. Совершенно верно. Олечка, вот правильно оператор показывает. Давайте взглянем, что я вообще приготовил и почему быстро приготовилась. И в чем еще уникальность этой посуды от других. Вот ты знаешь, я сейчас начинаю от обратного. Здесь у меня кипит суп. Да. Ты знаешь, что наша посуда круглой формы, которая аккумулирует тепло. И только эта посуда позволяет вам приготовить качественные блюда. Здесь еще нержавеющее качество. А что в твоем понимании качественное блюдо? Качественное блюдо, когда качественная посуда. Ну давай вспомним, какая. Половина алюминиевая, половина непонятная, какая-то керамическая, либо отколота. А здесь нержавеющее. И ничего, конечно же, здесь не проржавеет и не отколется. Вот смотри, я сейчас выкладываю суп. Выкладываю его сюда, а теперь оператор переходит сюда опять. Ты знаешь, хочу показать. Здесь я замариновал огурчики и помидорчики. Ты знаешь, я это замариновал в нержавеющей стали. Так, и оно... Окисление не произошло. Нет, а вспомните, как вы в алюминии это окисляется. Огурчики можно смело мариновать в нашей вот такой вот великолепной посуде, потому что она из нержавеющей стали. Итак, друзья, пока мы не рассказали вам еще до конца, посмотрите, пожалуйста, на цену. 740 рублей. Ваша скидка плюс 284 балла идут на золотую карту. Это ваша будущая скидка на любую покупку, которую вы пожелаете приобрести. На любую, друзья. Поэтому не забываем, цена премьеры с учетом скидки действует ограниченный период времени. Слушай, а я тем временем, пока мы начали с тобой обсуждать мою вот эту ту самую проблему с плохо разогревающимися кастрюлями, вспомнила еще, как часто я обжигаюсь. Слушай, я имею в виду дела не сердечные, дела кастрюльные. Слушай, ну давай, слушайте, ну зачем что-то рассказывать и говорить? Давай лучше с тобой проверим. Уважаемые друзья, у меня только что я здесь поместил, я тушу капусту. Ну давайте вспомним, как вы тушите. Вот давайте вспомним. Помните, как это неудобно помешивать? Либо вы делаете в сотейнике. Слушай, я вообще даже в сковороде. Да, я просто перехожу сюда. Смотри, здесь не нагревается. Очень удобные ручки. Кстати, они очень широкие, что позволяет с легкостью брать. Вот подойди, пожалуйста, сюда и дотронься, что ничего не нагревается. О, ничего себе. Приподнимай, чтобы было доказательство. Вот оно, посмотрите, кипит буквально.
И руки целые. Конечно же. Они еще, кстати, такие приятные. Знаете, что хочу сказать? Мне еще что очень понравилось. Бывают маленькие ручки, и у мужчин, мне кажется, возникают с этим проблемы. Взять именно вот в руки свои крепкие мужские. Совершенно верно. Ты знаешь, самое интересное, что давайте вспомним, какие у вас здесь очень большое ушко, что позволяет легкостью брать даже вот такой вот зацеп. То есть это абсолютный комфорт, правильно я тебя понимаю? Да. Еще раз, мы берем за ушко, чтобы позволяло нам поднять кастрюлю. И она никогда не выскальзывает. Вот давайте посмотрим на какие-нибудь Олег, другие. Так. Я же, знаешь, что вспомнила? Варила я как-то макароны в своей большой кастрюле. Так. И беру я, значит, ее, чтобы в друшлаг вылить все. И ты знаешь, ручки были настолько неудобные, что они у меня аж выскользнули из рук. И в итоге, ну, сам понимаешь, да, и макароны в раковине, и я голодная. Слушай, ну здесь абсолютно исключено, еще раз напоминаю, очень широкие ручки, которые никогда не нагреваются. То есть, смотрите, у меня кипит капуста, тушится и ничего не нагревает. Использовать можно по назначению, либо вы готовите суп, да, либо вы готовите тушеную капусту, либо соленья, либо маринады. Оля, расскажу тебе по секрету. Ты знаете, дорогие мои, я тестировал, даже отправлял в духовой шкаф, с легкостью выдерживать температуру 200 градусов. Я так понимаю, вот это чудо там и да, сделано. Да, совершенно верно. Ну, давайте взглянем на комплект. Еще раз, вы Может, получаете... Может, на чудо сперва? А, ну, давай потом мы попробуем. Четыре предмета вы получаете. Одна кастрюля 3 литра, следующая 4,1. Великолепные крышки, которые плотно прилегают. Нержавеющая сталь и, конечно же, овальной круглой формы, которая идеально пригревается у вас на плите, на любой, кстати. Итак, друзья, вот оно действительно, это чудо. Смотрите, какие мы вспомнили ситуации. Наверняка у вас то же самое происходило, когда вы обжигались об ручки, либо когда у вас не прогревалась вода. Сегодня мы вместе с вами в рубрике «Кухня» нашли решение этой действительно проблемы. Теперь мы представляем вам посуду, с которой у вас такого не произойдет. Это абсолютный комфорт, это скорость приготовления блюд. Экономьте деньги, экономьте время. Итак, 4 предмета. Самый оптимальный набор. 1890 рублей, но это цена с учетом скидки. Завтра ее не будет. Олечка, ну давай перейдем, конечно же, на плиту. Я покажу, продемонстрирую нашим друзьям. Готова? Я хочу просто показать. Вот у меня есть вот такая вот ложка. И хочу показать, как с легкостью можно мешать. То есть вы легко собираете стенок благодаря круглой форме. То есть эта форма, взяли ее от предков. Я готов выкладывать. Давай. А я тем временем хочу сказать, друзья, для того, чтобы сделать заказ на телеканале Shop & Show, все, что вам нужно, это только помнить название набора. Набор у нас называется «Кулинарный дуэт». И именно эти два ключевых слова вам нужно будет назвать в нашем колл-центре, чтобы получить скидку. 1890 рублей цена будет с учетом скидки. Посмотрите, это на 740 рублей дешевле. Хотите сэкономить? Назовите именно эти слова. «Кулинарный дуэт». Ну что ж, вот он. Слушай, вот это чудо. Я хочу нашим телезрителям продемонстрировать, что мы приготовили. Вы можете при помощи всего лишь 4 предметов приготовить великолепный десерт. Приготовить вот такие вот тушеные крылышки. Приготовить овощи. Приготовить птицу. Затушить капусту. Как говорят повара, затушить всегда говорят. И приготовить суп. Весь необходимый набор на вашей кухне. Нержавеющая сталь и круглая форма, как была у нас у предков.